США открывают границы с Канадой и Мексикой для полностью вакцинированных граждан этих стран. Ограничения были введены в марте прошлого года. В сообщении Министерства внутренней безопасности сказано, что в ноябре прививочные сертификаты будут требовать только у тех мексиканцев и канадцев, которые не имеют веских оснований для въезда. С января подтверждение вакцинации будет необходимо для всех иностранцев.